Всем привет, друзья! Вы на канале Экспервит. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в игру АТБ Арена. Если друзьям нравятся видосики по АТБ Арена, то обязательно жмем лайк, подписываемся на мой канал, кто еще не подписан, и пишем свой клевый комментарий. Потому что, ребят, каждый ваш лайк, каждый ваш просмотр и каждый ваш комментарий сподвигает меня искать новые и новые карточки. Сегодня, друзья, буду играть с еще одной своей новой карточкой. Карточка, которая есть, наверное, абсолютно у всех. Это такой герой, как Гео. С ним я еще не играл, поэтому, ребят, сегодня будем играть с пачечкой, в которой находится Гео. Нажимаю, ребят, одиночная игра, и сразу, как всегда, уже по традиции, я выставляю артефакт. Сейчас мы его зафиксируем, а теперь я выставляю нашего каменного, природного, красопетного Гео. Вот так, ребят, этот красавец выглядит. И с нами сразу в каточку попадает Пантерон. Ну, я надеюсь, мы его все-таки развалим, если честно. Каждый пятый удар у нас будет, получается, защитный. То есть нам урона как такового не нанесут. Вообще мне Гео не сильно нравился в прошлой ТБ арене. Как-то очень быстро его убивали. Да и погибал он очень быстро, когда противники его выставляли. Ну, сегодня я думаю, блин, ну хотя бы двоих он должен устоять. Так, ну одного он прошел, теперь Шторм. Слушайте, ну прям силы природы собрались. Да, ребят, в прошлый раз я играл на белом фоне. Сегодня решил на черном фоне поиграть. Я думаю, картинка будет более-менее приятная. Я просто ставлю стульчик, ставлю какую-то ложу свою футболку и вот так и снимаю. А смысл сильно заморачиваться? Главное что? Главное это эпические сражения вот этих вот красавцев. Слушайте, ну неплохо, неплохо пока здесь он стоит. Все прекрасно получается. И бум! Пушка! Бей! Давай атакуй. Да, ребят, я читал ваши... Ого, слушайте, а мне мощно... Не, походу, Гео сейчас завалит. Я читал ваши комментарии, вы мне писали, какие у вас есть герои. Один мне написал, что у него есть даже два титана. Ребят, я не играл титанами. Я не знаю, что это за герои, потому что я ими не пользовался. Но я постараюсь когда-нибудь его как-то заполучить. О, Гео против Гео. И если вдруг у вас есть, блин, ну было бы прикольно посмотреть, как вообще ими пользоваться и что это за герои, потому что раньше, по-моему, их не было. Так, видите, блок сработал. Блин, давай, давай, ты должен, блин, ну будет классно, если ты всю четверку огреешь. Молодец, просто красавец, ребят, просто красавец. Так, ну что, давайте начнем же с моей стратегии, только давайте, наверное, теперь я использую Гео вторым, на всякий случай. Так, нажимаю одиночная игра. И сначала я, наверное, использую все-таки своего рыцаря. Без никакого добавления, без никакого артефакта. Артефакт, если что, я использую немного позже. Честно, вот классно выглядит герой, просто охрененно. Но, блин, мне почему-то кажется, что он все-таки слабоват. Ого, у Тайвуса помощнее урон. А, не, мы тоже наносим неплохо. Блин, ну я боюсь, что, наверное, артефакт сейчас был бы, кстати, крайне нужным, потому что я чуть-чуть... О, не, все, последний удар за нами был, это хорошо. Я думал, уже все, будет полная жопа, если честно. О! Ай-яй-яй, я нечаянно нажал на промах, блин! Это сейчас так, наверное, блин, но это моя тупость была. Сейчас, ребят, походу, меня развалят конкретно. Блин, ну я реально тупанул, капец. Блин, пал смертью, падж, блин, ну, обидно. Ладно, давайте эту карточку уберем. Теперь, ребят, я, наверное, все-таки поставлю артефакт и использую Гео. У меня Гео еще не сражался против этого героя, поэтому мне будет интересно посмотреть, как он себя проявит. Так, самое главное сейчас, чтобы не было промаха. О, почти четенько попали. Так, ну урон вроде мы наносим больше, это уже хорошо. И да, друзья, пишите еще в комментарии, с какого ракурса вам лучше, чтобы я снимал. Чтобы я снимал вот как-то вот так, да? Или, может быть, с такой позиции вам как-то, ну, интереснее было бы. Или, может быть, какие-то такие отделенные кадры. Блин, а Гео, короче, его все свалили, да, я понял. Окей, даже блок не помог, вы поняли? Слушайте, давайте я, наверное, не буду рисковать, поставлю Ибис. Пока, мисс, на данный момент, как по мне, у меня Ибис это самый сильный герой. Но она больше всего пока мисс разваливает. Блин, слушайте, ну... Фаерхорд, ну, вроде тоже такой... Ну, прикольный персонаж, да? Мне нравится именно его... Как его сделали. Дизайн прикольный. Так, мы его завалили. Окей. Шторм. Кстати, было бы прикольно, если бы мне попался бы какой-нибудь из титанов. Это было бы очень круто. Я понимаю, что, скорее всего, тогда проиграл бы, но было бы круто хотя бы сразиться. Хотя, может быть, потом попадется на более высших уровнях.
Я не так часто, ребят, играю в АТБ Арена, в основном только когда снимаю для вас видосы. Так, подождите, разве только что его не было, этого Фаерхорда? Или его типа оживили? Не, сейчас Ибис походу все проиграет. Блин, слушайте, у меня остался один герой. Это Разрушитель. Но Разрушитель мне не сильно нравится, он мне почему-то кажется безумно слабым. Он очень редко побеждает просто. Не, ну сейчас я смотрю, он вроде по урону неплохо наносит, но в основном он почему-то всегда, ну, очень слабо бьет. Я не знаю почему. Не сейчас. Победа! Итого, троих моих все-таки развалили, как ни крути. Так, давайте, ребят, будем продолжать играть. Давайте тогда с Разрушителя и начнем. Раз он только что завалил, да, затащил катку, значит, с него и будем начинать. Чувак использует артефакт. Ах, зараза! Двойной удар. Наноси. Давай, Разрушитель, сделай ему ата-та до послезавтра, чтобы, после, ну, вообще, чтобы не пришел в себя. Смотрите, он просто красавец. Блин, посмотрите на это. Это просто дьявол, ребят. Блин, ну очень круто все сделано. Блин, очень нравится. Опять двойной удар, смотрите сейчас, что будет происходить. Блин, это просто вообще жесть. Блин, просто катка изи. Красиво, все очень красиво выглядит. Посмотрите, его перевоплощение. Опять он использовал артефакт. Пока ему даже артефакты особо сильно не помогают. Зорм. Кстати, это маг и... Он довольно-таки не слабый. Мне попадались, бывают, такие маги, но что-то как-то жестко били. Давай, Разрушитель! Есть! Фух, устоял. Просто, блин, чувак. И знаешь, я, по-моему, зря на тебя наговаривал, потому что ты сейчас, ну, нереально стоишь на своих двух. И мне кажется, сейчас он уже проиграет, потому что, ну, у него нету уже точно, ну, нормального количества хп. Хотя Гео, ну, он тоже не особо-то и силен, но я боюсь, что он может сейчас просто, ну, проиграть, потому что уже и так он многих прошел. Да, он сейчас ляжет. Нет! Ребят, вы видели? Один устоял против четырех, и ему чуть-чуть оставалось. Реально, чуть-чуть. Так, давайте я, наверное, сейчас уберу, пусть Разрушитель немного отдохнет. Так, давайте нажму играть. И я использую, давайте, наверное, артефакт. Так, сейчас где он? У меня, ребят, пока есть только один в арсенале моем артефакт, это он. Так, артефакт я использовал, и теперь я хочу, наверное, все-таки, давайте, раз уж я решил сегодня из-за Гео снять это видео, то, наверное, с него и начнем. Ребят, еще пишите комментарии, насколько часто вы хотели бы видеть у меня видосики по АТБ Арена. Так. Блин, ну, я думаю, блок, блин, не, слишком сильно он бьет. Я думаю, даже если будет сейчас... О, не, победа, хорошо. Но он бы проиграл, мне кажется, если бы не блок. Хотя нет, хп у меня еще нормально осталось. Поэтому, в принципе, нормально. Так, хочу попасть на середину. Блин, чуть-чуть не хватило. Блин, давайте я на него хочу поближе посмотреть. У него вообще лица нету, да, ребят? Блок сработал, видели? Блин, ну офигенно все сделано, мне нравится. Знаете, многие бывают пишут, херня для детей там или что-то еще. Ребят, ну, я вам скажу, хочу сказать так, это при чем тут вообще для детей, не для детей? Это интересно, это забавно, это прикольно. Сейчас и куча, много таких похожих есть игр на самом деле. Кстати, а мы против этого черта еще не играли сегодня, да? Бранс, как он, Бронистальд. Слушайте, а мы друг друга завалили или не? Не, мой все-таки устал. Сущность, ну, сущность мощная. Сущность мощная, и мне кажется, даже с артефактом я не устаю. Блин, минус 400 с чем-то, вы видели, ударил? Ладно, окей. Окей, чувак. Мы тебя запомним, мы тебя запомним. Так, артефактом пользоваться больше вроде как мы не можем. Давайте я тогда возьму, давайте Магара. Давай, рыцарь, сделай вещи. Все как папочка любит, все по красоте. Блин, ну видите, сущность очень сильно бьет. Ну нет, я думаю, мы, да, устоим, победа.
Хорошо, продолжаем. Давайте тогда с Магарой начну. Ну, вообще я хотел артефактом еще воспользоваться, но ладно, не буду. Так, ну что, Магар? Ой-о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 й
Хотя нет, ну урон не сильный какой-то такой наносит. А видите, все равно удвоенный урон проходил. Просто героя слабого использовал. Еще один артефакт. Слушайте, сколько у него артефактов? Еще и на мага, на Зорма. Не знаю, ребят, я когда вижу Зорма, просто такой персонаж непредсказуемый, очень непредсказуемый для меня. Потому что он бывает так жестко бьет. Ну вот сейчас, видите, он вынес, но в принципе, я думаю, если бы я оставил артефакт, то я бы его затащил бы. Так, ребята, я не помню, я пользовался артефактом? Нет, я не пользовался. Давайте я поставлю артефакт. Так, все, артефактом я воспользовался. И давайте поставим разрушителя. Уж больно он круто себя показал в одной из каток. И я хочу еще. Блин! Хотел на середину попасть, не получилось. Давай, разрушитель, давай, я в тебя верю. Блок прошел, хорошо, удар, то есть все хорошо, хорошо, есть, победа. Видите, даже щит его не спас. Слушайте, у него одни артефакты. Я здесь сражаюсь с одним только артефактом, он артефакт на артефакте. Что за бред? Да, перевоплощение, ребят. Изи, блин, господи, какой он красавец. Блин, у меня аж руки затряслись. Победа. Блин, ну, очень круто. А, не, еще один герой. А почему я думал, что это последний? Ля, именно на разрушителя я попадаю на двойной удар, там, где он перевоплощается, вот больше всего. Вы знаете, куда вы, походу, герой? Но она, так, кто? Не, я выиграю, я выиграю. По красоте, ребят. По красоте. Ладно, ребят, давайте еще одну каточку отыграю. Давайте, наверное, начну просто с гео, пока без никакого артефакта. Так, давай, дружище. Так, а что это за артефакт? Блин, я его не знаю. Блин, не рассчитал немного, ладно. Ну, в принципе, рыцарь... Не, он меня победит. Да, победит. Угу. Ладно, ну, слил немного гео, окей. Так, ладно, давайте тогда я воспользуюсь тоже артефактом. И, наверное, я сейчас возьму Ибис. Самую, как по мне, сейчас результативную героиню, которая у меня есть. Так. Да, блин! Я так пытался попасть четенько. Блин, и неумение по красоте, да, именно вообще классно. Да блин, я не... У всех, блин... Сколько у вас этих артефактов? О, да, попал. И наносит. Просто по красоте, ребят. Теперь она будет просто его лупить. Видите, у меня блок сработал, то есть урона я не получил. Но, гео, до свидания. Маг. Так, я думаю, сейчас будет сложновато. 420, 200 с чем-то. Много наносит. Давай, добей! Просто красотка, просто красотка. Так, вот против этого она у меня еще не сражалась, да, по-моему? Так, видите, был промах. О, слушайте, очень много промахивается. И блок сработал. Два раза промах, и блок сработал. Победа. Ладно, ребят, давайте на этом видео буду заканчивать. Обязательно пишите мне в комментарии, насколько часто вы хотите видеть видосы, какой продолжительностью это, да? Не забываем, ребят, кстати, еще ставить лайк и подписываться на мой канал, и писать свои комментарии, какие из героев у вас, какие герои для вас самые лучшие. И это будет меня стимулировать для того, чтобы я ходил и брал еще дополнительные какие-то карточки новые и снимал для вас видосики. Ну, а были на канале Эксперовид. Всем спасибо и пока-пока.